Эту дорогу на улицах Маховая, 502 километр, очень любят те, кто не готов терять время в час пик. По ней можно сэкономить драгоценные минуты во время огромной пробки на проспекте автомобилистов. Трафик соответствующий, а вот состояние местами не очень. А вот и первая точка. Асфальт возле Ливневки буквально размыло. Водители либо сбавляют скорость до черепашьих значений, либо по возможности выезжают на встречную полосу. Сколько я езжу, она постоянно в таком состоянии. Не знаю, куда дорожные службы смотрят. Вообще безобразие. Это после последних ливней или еще до этого было? Это постоянно так. На протяжении уже 2 лет я от этой дороги периодически пользуюсь. И вот в этом месте именно. В таком состоянии. Кроме того, сама ливневка свою функцию не выполняет. Судя по всему, она забилась грязью и мусором. Вода дальше не уходит. Следующая остановка – 502 километр. Здесь вопросы вызывают не только состояние асфальта на съезде, но и лежачие полицейские, а также участок после зебры. Ну, в ближайшее время вот вообще прям беспредел какой-то творится, реально в ужасном состоянии. Вот лежачие надо бы обновить, они уже примялись, так скажем. В метрах ситуация аналогичная, правда, здесь асфальт буквально осел в землю и идет некой волной, а вместе с ним и дорожные полицейские. Дороге в целом не помешал бы ямочный ремонт. Мы обратились в мэрию, как оказалось, проще всего обстоит вопрос с ливневкой. Срок до 30 августа специалисты МБУ комбината по благоустройству совершат выезд для обследования ливневой канализации, которая находится по улице Маховая. В случае выявления проблемы специалисты незамедлительно проведут ремонтные работы. Ямочный ремонт. Заявку на его проведение в КБУ должна направить администрация района. Там пообещали включить дорогу в план. С лежачими полицейскими сложнее всего. Поменять или отремонтировать в ближайшее время их не смогут. Варианта 2. Либо полностью их убрать, либо ждать капремонта дороги в целом. Ремонт автодороги в районе 502 километра планируется не ранее 2027 года. В рамках ремонта будет предусмотрено устройство новых искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона, которые являются более долговечными. Дорожсигданов Артур Дзержевич, телекомпания АТВ.